И появились, наконец, новые люди в этом сезоне, новые персонажи и новые люди. Это Евгений Пронин, в первую очередь, который взял на себя очень тяжелую функцию быть самым клевым парнем на планете. Мне кажется, у него это получилось. Ему, конечно, кажется, что нет. Он как настоящий самый клевый парень на планете страшно стесняется своей клевости. Ну вот. Затем второе наше колоссальное приобретение. Паша. Павел. Паша. Кузьмин, господи. Я, понимаете, я просто актеров по фамилии не называю. Я привык к именам. Я поэтому, вот мне как-то это сложно. Вот, который тоже взял на себя очень-очень сложную функцию. Он играет не функцию, очень сложную роль. Он играет персонажа, которого у нас не было.